Здравствуйте! Добро пожаловать на YouTube-канал «Универсальные системы учета». Сегодня мы расскажем о современной программе для доставки еды. Прежде чем еду потребуется доставить, сперва ее необходимо продать. Давайте посмотрим, как принять заказ. У вас будет возможность применять сканер штрих-кодов и другое торгово-складское оборудование. Но также можно будет обойтись и без оборудования. Тысячи организаций по всему миру используют нашу программу, так как она продуманная и удобная. Хотите наглядный и легкий учет? Чтобы реальные остатки совпадали с указанными в программе. Желаете использовать различные приемы для удержания клиентов и увеличения количества продаж? Определять наиболее эффективные виды рекламы? Анализировать и уменьшать расходы? Работать на опережение и исключать упущенную прибыль? Не допускать финансовых махинаций сотрудников? Тогда садитесь удобнее и смотрите этот видеоролик до конца. Не только простые люди, но и эксперты, интеллектуальная элита рекомендуют нас. Дорогие друзья! Добрый день! Приветствую вас! Универсальная система учета. Программа УСУ доступна каждому. В первую очередь потому, что она переведена на 96 языков. При запуске вы легко найдете в списке свой родной язык. У нас многопользовательское программное обеспечение, поэтому в нем смогут работать одновременно все ваши сотрудники. У каждого из них будет свой логин для входа в систему. Также есть возможность сделать разграничение по правам доступа, чтобы каждый работник видел только нужную ему информацию. Сейчас мы войдем под главной ролью, чтобы увидеть весь доступный функционал. Корпоративный стиль есть у каждой организации, и программа УСУ этому полностью соответствует. Выберите подходящее оформление из большого количества красивейших дизайнов. Меняйте графические темы хоть каждый день, подбирая их под время года или свое настроение. В списке представлены шаблоны от классических строгих до цветных и ярких, для любителей светлого фона и для тех, кто использует темный фон, чтобы уменьшить нагрузку на зрение. Это все лишь некоторые из технических преимуществ универсальной системы учета. Но главный плюс все-таки финансовый. Он заключается в отсутствии ежемесячных платежей. Вы заплатите небольшую сумму за программу и только один раз. Наше программное обеспечение поддерживает работу в различных режимах. Его можно установить на одиночный компьютер, на сервер в локальной сети или даже в облако. Облачный сервер используется для объединения всех филиалов в единую информационную систему или для возможности работать не только в офисе, но и из дома. Такой сервер улучшит взаимодействие между отделами, повысит производительность труда и обеспечит централизованный контроль. Итак, теперь давайте подробно посмотрим возможности программного обеспечения. У программы УСУ дружественный интерфейс, все просто и наглядно. Как только вы в нее вошли, сразу же можно открыть нужное окно. Для этого используются кнопки в центре программы. Чем важнее открываемое окно, тем больше кнопка. Так как любой бизнес что-то продает, для отображения списка совершенных продаж используется самая большая кнопка. А чтобы провести новую продажу, нажимаем на одноименную кнопку, расположенную немного выше. Но прежде, чем мы на нее нажмем, хотим обратить ваше внимание на встроенную интерактивную инструкцию в правой части окна. Инструкция подробная. Это означает, что наш качественный программный продукт хорошо документирован. Это поможет вам максимально быстро научиться им пользоваться. А то, что инструкция именно интерактивная, дает огромное преимущество при ее использовании. По нажатию на специальные зеленые ссылки, система сама покажет вам тот элемент программы, о котором говорится в мануале. Например, вот меню пользователя. Примечателен тот факт, что интерактивность работает в обе стороны. Можно не только из инструкции сразу же найти нужный элемент, но и наоборот. Наведите мышку на пока еще неизвестную вам кнопку, и программа сразу же предложит прочитать о ней короткую статью.
Все статьи лаконичные и наглядные. После каждого небольшого абзаца с текстом обязательно располагаются картинки. Помимо стандартных тем, есть подробное описание профессиональных методов работы с информацией. Все эти бесценные знания легко сделают из любого человека опытного пользователя. А кроме наличия инструкции, есть еще обучение, которое проведут для вас наши специалисты при приобретении программы. Теперь давайте вернемся к главному окну, в котором мы планировали нажать кнопку «Провести продажу». Это основное действие для торговой программы. Но так как программа УСУ профессиональная, она содержит и много других интересных функций. Полный их перечень представлен слева. У каждого пользователя есть отличная возможность самостоятельно настроить свой набор кнопок быстрого запуска. Для этого достаточно мышкой перетащить те пункты, которыми вы планируете пользоваться чаще всего. Для торговой организации в большинстве случаев будет использоваться действие «Провести продажу». Давайте сначала его и рассмотрим. Тем более, что наша программа универсальна и поддерживает самые разные режимы работы. Покупные товары реализуются при помощи сканера штрих-кодов. Даже если этикетку на определенный товар наклеить нельзя, можете использовать лист бумаги со списком такой продукции, чтобы при реализации считывать штрих-код с него. Есть возможность придумать свои собственные короткие коды для товаров и использовать их для быстрой продажи. Еще можно работать безо всяких кодов. Продавайте товар, щелкая на карточке с нужным названием. Когда вы работаете с доставкой, обязательно нужно выбирать клиента. И это на самом деле хорошо, потому что работа с покупателями позволяет повысить лояльность клиентов. Лояльность означает преданность. Если покупатель вам предан, он будет вновь и вновь делать заказы и тратить у вас свои деньги. Найти нужного клиента можно по имени, номеру клубной карты или телефонному номеру. В этот момент сразу будет отображена вся важная информация о человеке. Его имя, номер клубной карты, категория клиента, проблемный он или наоборот, очень важный. Есть ли у него особый прайс-лист, или он покупает по общеустановленным ценам, сколько денег он потратил у вас ранее и так далее. Индивидуальная работа с клиентами важна, например, если вы планируете начислять бонусы. Бонусы – это виртуальные деньги, в погоне за которыми покупатели будут больше тратить реальных денег. Также вы получите возможность рассылать SMS-сообщения. На самом деле в вашем распоряжении будут целых 4 вида рассылки – SMS, e-mail, Viber и даже голосовой обзвон. Голосовой обзвон – это когда программа может сама позвонить вашим клиентам и компьютерным голосом сообщить какую-либо важную информацию. Все эти профессиональные инструменты работы с клиентской базой позволяют держать покупателей на коротком поводке, чтобы они о вас не забывали и чаще совершали покупки. При помощи нашей профессиональной программы можно не только стимулировать покупателей чаще совершать покупки, но и увеличивать сумму чека.
При реализации система показывает сопутствующий товар, который сразу же можно предложить покупателю приобрести в качестве дополнения. Кроме этого, программа умеет работать с составным товаром, который может быть дополнен различными добавками. Возможно не только добавлять модификаторы, но и убирать их. Например, если какой-то клиент предпочитает пить кофе без сахара. Есть возможность использовать режим работы официантов. Это если регистрировать продажи должен не один человек, а разные люди. В этом случае к компьютеру может подойти любой сотрудник. Он авторизируется в программе при помощи короткого индивидуального кода и после этого будет оформлять заказ. Очень полезной функцией при работе с клиентами является связь с телефонией, которая заказывается отдельно. Если вы принимаете заказы по телефону, используйте отличную возможность впечатлить клиента, сразу же обратившись к нему по имени и спросив: «Вам как всегда?» Сначала приятное впечатление у клиента появится, когда при звонке в вашу фирму он услышит голосовое приветствие, по которому сразу будет понятно, куда именно он дозвонился. В это же самое время у сотрудника всплывет карточка звонящего человека. В ней будет отображена вся важная информация, необходимая для проведения качественных переговоров. Если звонит новый клиент, вы это сразу же поймете. При дозвоне уже действующего клиента информация из базы данных будет выведена намного больше. В первую очередь важно имя клиента. Ваш менеджер сможет поднять трубку и поздороваться, сразу же обратившись к звонящему абоненту по имени. Тот факт, что человека тут же узнали, помогает моментально расположить к себе собеседника. Многие думают, что это уровень обслуживания клиентов, который могут позволить себе только банки и крупные организации. На самом деле, с программой УСУ такой качественный сервис становится доступным в каждой фирме. То, что вы сразу же будете обращаться к звонящему человеку по имени, повысит лояльность клиентов. Они будут думать, что находятся у вас на особом счету, что каждого из них вы помните, цените и всегда узнаете. Но, помимо этого, вы еще повысите производительность своей организации, потому что кроме имени заказчика, во всплывающей при звонке карточке отображается и другая важная информация, которая может пригодиться при разговоре. Это количество бонусов, имеющийся долг, наличие открытого заказа, личные заметки о конкретном клиенте и так далее. В итоге ваш оператор не будет долго узнавать, кто звонит, не будет долго искать в программе нужную информацию. При звонке система сама найдет все важные сведения и отобразит их. На абсолютное большинство вопросов при таком раскладе можно будет отвечать моментально. Оператор не потратит на поиск данных ни секунды своего времени, поэтому можно сказать, что производительность вашего персонала будет максимально возможной. И это только одна функция связи с телефонией, которая называется «всплывающая при звонке карточка клиента». Кроме нее вам будет доступна история звонков за любой день, история звонков по любому клиенту, прослушивание разговора, набор телефонного номера в одно нажатие прямо из программы. Если у клиента несколько номеров, в звездочке будет отмечен тот номер, с которого звонили в последний раз. Программой УСУ поддерживается много других полезных функций. Давайте расскажем еще об одной. Это доставка товара и работа с географической картой. Вы будете иметь возможность своими силами осуществлять доставку продаваемой продукции. Но работать с доставкой можно будет как в стандартном варианте, с указанием одного лишь адреса, так и в расширенном варианте, прямо на карте отмечая нужное место.
В случае применения расширенного варианта, система будет показывать оператору разными цветами, что какой-то клиент уже получил свой товар, а другой все еще ждет курьера. Если доставка сильно задерживается, то красная точка будет мигать, сигнализируя вам о необходимости срочно исправлять ситуацию. Кроме просмотра заказов на карте, можно смотреть расположение клиентов и анализировать их удаленность от определенного филиала. Это даст вам понимание того, насколько вы популярны в разных частях города, и не требуется ли открыть новый филиал, чтобы увеличить продажи в других районах. Если же вы и так хорошо развили свой бизнес в одном городе, тогда можете начинать охватывать другие города и даже страны. В этом случае программа УСУ тоже вам поможет. В любой момент есть возможность сформировать географические отчеты как по городам, так и по странам. Причем анализировать можно как финансовые показатели в виде суммы заработанных денег, так и количественные показатели в виде численности действующих клиентов. Наши возможности настолько велики, что мы работаем от малого бизнеса до крупного. Полный перечень доступных для заказа дополнений к программе вы можете посмотреть на нашем официальном сайте. А теперь давайте вернемся к программе. Мы уже увидели основные принципы работы, убедились, что все легко и удобно. Это значит, что работа в универсальной системе учета непременно обеспечит вам полный порядок в делах. Но профессиональная программа такого уровня должна делать больше, и она должна любому бизнесу предоставлять возможность расти и развиваться, а для этого используются аналитические отчеты. Именно отчеты покажут слабые места фирмы, откроют глаза на определенных сотрудников или клиентов, представят сравнительные характеристики и отобразят динамику изменения показателей за конкретный период времени. Наиболее часто используемые отчеты доступны сразу в виде кнопок быстрого запуска. Для анализа товаров это проданный товар и актуальные остатки. Для анализа денег это поступившие платежи и полученная прибыль. В меню пользователя есть целый раздел, посвященный аналитике. С его помощью можно проводить более тщательный анализ как своей продукции, так и финансовых средств. Отчетов так много, что в одну короткую видеопрезентацию их все не уместить, но каждый из них является полноценным инструментом для развития бизнеса, поэтому, безусловно, заслуживает вашего внимания. На тему отчетов – это еще не все. Универсальная система учета является лидером в вопросах бизнес-анализа. Поэтому в составе программы есть уникальный комплекс программных инструментов для глубокой аналитики. Здесь каждый отчет разработан на стыке двух наук – программирования и экономики, и представляет собой целую череду визуализированной информации, которая понравится профессиональным управленцам и тем, кто хочет таковыми стать. Наиболее интересные функции мы вам показали. В нашей программе каждый найдет то, что его заинтересует. Если какие-то вопросы еще остались, вы можете посетить на нашем сайте страницу программы, скачать демо-версию, чтобы поработать в ней самостоятельно, воспользоваться подробнейшей инструкцией, связаться с технической поддержкой для получения консультации. У нас есть номера телефонов в разных городах и странах. А также можно писать в различные мессенджеры.
или в чат прямо на сайте. Более того, вы сами можете стать нашими представителями. Посмотрите информацию о нашей франшизе на сайте franchiseforeveryone.com. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых современных разработок. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.